каком-то, в какой-то провинции вообще, я даже не знаю где. Это вообще просто где-то. Мы где-то в Мульгимо. Гросси нашли, приехали здесь попить, взять водички, соков. Вот перед вечером что-нибудь. У них здесь и консум напротив. Смотрите, сколько цветов. А, прелесть какая. Глубоко провинциальный магазинчик. А выбор как в Таллине. Да, ну, набрали здесь что-то такого. Тут на дачу нужна мне бумага. У меня венчик сломался. Это взбивалка такую возьму. Сок, пекарская бумага. Груша что-то захотела. Зефир, кофе. Ерунда. Воды много, сока такого. Ну, тут красиво. Да, озеро тут так далековато. Ай, как красиво. Не хочу озеро, там холодно, там дует так. Ой, как тут красиво на территории. Сейчас мы будем с вами здесь жить. Угу. А вон они, эти домики стоят. Ага. Ой, как все выкошено-то. О-о-о. Вот эти, наверное, домики. Ну, давайте пойдем на ресепшн. Платить здесь надо только наличкой. Наверное. Ой, там бочка. Где туалет? Где домик? А, туалет, это же смотрите, какие домики. Кто там? Вон здесь тоже какой-то гриль именно. Розочки, мимозочки. Красивое местечко. Ага. Вон там тоже домики всякие. Ой, какая гостиница красивая. А, это Калур, потому что мы на берегу Вуртсерв. Здесь душ, туалет. Сейчас покажу вам, когда придем мыться. Очень красивый этот вот палькмая, как это по-русски. Бревенчатый вот палькмая. Смотрите, как здорово. А в доме нету комнаты на троих, только на двоих. Поэтому нам придется вот этот вот кемпинг брать, домик. Нету мест, комнат на троих. Ага. Баню надо заказывать, она будет часто питься, нам уже спать охота. Вот, и вот в этом домике, видимо, мы будем жить. Этот большой, но там все на двоих, она говорит. Здесь можно чай попить не в доме, а тут. Так, ушла, показала нам все, ушла. В общем, такой домик. Здесь есть холодильник, здесь есть какой-то шкафчик, ну, нам на ночь, да? Вот, а здесь нары, в общем. Прости, господи. Двухъярусные две кровати. Кристина просто, ну, страстно любит это на втором этаже. Я, кстати, тоже. Нет, я больше не лазю нигде, даже по таким кроватям. Вот, а нам, значит, внизу. Ну, такой вот, да, достаточно скетичный, но приятно. Чё, переночевать. Здесь не холодно, душ там, а туалет есть. И туалет еще на улице, сказали, тоже есть. Ну, на ночку нормально. Завтрак будет с 8 до полдевятого или до полдесятого. Завтрак в цене стоит все это 80 евро на троих. Вот, за ночь. Ну, недорого. Очень красиво внутри. Никого не пускаю в дом, потому что у меня рум-тур для вас, поняли? А, постельное белье... Держишь аж на холоде. Где тебе холод? Ой, здесь, смотри, руки можно помыть. Постельное белье, питьевая вода, полотенце, все там есть. Вот, здесь можно попить что-то. Что-то мне не тянет отсюда попить.
Вот здесь какая-то летняя тоже такая. Здесь можно сидеть. Петь, наверное, можно. А, здесь можно что-то проводить, наверное, какие-то мероприятия. Не знаю, юбилей, свадьбы. Здесь загораются лампочки, здесь сцена, холодильники. Здесь какие-то фестивали, может, проводятся. Встреча подписчиков, точно. Кто хотел... Ой, меня не видно. Кто хотел встречу подписчиков? Я нашла сарай. Я нашла сарай, где у нас с вами будет встреча подписчиков. В Москве вы звали это одно, в Беларуси другое, в Финляндии третье. Ну, а вот это вот я нашла. Пойдемте смотреть, здесь есть вали-туалет. Но как все скошено. Боже. У них машинка не в ремонте, это видно. Я, поскольку ехала в машине лежа, но вы знаете, что у меня сломанный позвоночник, да? Я взяла с собой две подушки. Нам всегда не нравятся подушки вот в этих гостиницах. И так хорошо, я на них лежала. Сейчас мы их возьмем и будем спать. Сколько шишек, Кристина! Приехал блогер и орёт. Я не Сандра и не Кристина. Тащи вещи. Тащи. Сумку в домик. Я обзор делаю по территории. Сейчас мы с вами пойдем в душ, мы пойдем с вами в туалет. А здесь туалет, который вот такой наружу. Давайте посмотрим, что здесь происходит, что здесь творится. В доме тоже есть, это не единственный туалет. Реклама пива, бумага, такой вот наружный. Все не пахнет, ничего, мух нет. Все так ничего вроде. Ну это так, если вдруг что. Кто не в доме хочет... А кто со встречи этих не выпускников, а подписчиков вдруг хочет прибежать? Там почему-то нельзя написано снимать в самом доме. Пахнет смолой и вот этим покрытием. Знаете, когда доски защищают? Очень все чисто, предельно. Просто предельно чисто. Очень красивый внутри этот дом. Бревенчатый. А здесь волки есть? Кристина, беги за папой, принеси подушки две, а? Помоги ему, принеси две подушки. В общем, вот такой вам рум-тур. А мы пошли за подушками. Мы купили сока, воды. Мы купили пивка, вот что мы купили. И печенье. Булочку, не можем посидеть. Баню надо час, если вы согласны, час ждать, пока будет топиться. Я ни на что не согласна, я хочу... Уже отдыхается. Сегодня был очень насыщенный день. И ролик не кончающийся, я понимаю. Я уже не знаю, где начало, где конец. А мне часто так бывает. Начало, конец этих роликов. Короче. Если это вдруг начало или середина, то слава богу. А, здесь можно играть. Это когда волейбол, да, через сетку. Очень красиво, очень чисто. Чисто просто настолько предельно... Настолько чисто, настолько аккуратно все. Это вот всегда меня поражает. Здесь тоже что-то можно. Проводить какие-то мероприятия. Видимо, это баня, бочка. Подойти, посмотреть. Где-то музыка играет эстонская, типа Георкот слышу. Может, на озере где-то. Места для курения. Баскетбол. Вот эти тоже малюсенькие домики. Совсем маленькие. Смотрите, как тут красиво. Территория какая. Вся такая елками огорожена. Я хотела вам бочку показать. С этой стороны зайти-то можно, наверное. Угу. Да, вот здесь можно бочку заказать. Как бы. Баня. Березовыми дровами. Смотрите, какая баня. Красота ж. Тепло здесь, кстати. Вот это банька, так банька. Красиво как. Это я вспомнила о своем ремонте на даче. Здесь можно свет включить, посмотреть? Вот так вам немножко покажу. Тут камера не видит. Там включилась вся подсветка. Баня.
Ой, красотища-то какая. Это предбанничек такой с зеркалами. И бочка. Тоже с подогревом, если воду набираешь, то с подогревом. Ну, сюда компаниями приезжают, может быть, корпоративы какие-то. Это еще один туалет для этой зоны. Кругленький, с фонариком. Тоже все абсолютно чисто. Туалетная бумага очень много. Помыть. Все, если нет воды, вот это, да, что-то смыть. Чудесно. Слушайте, мне очень нравится. Невероятно чисто все. Интернет работает хорошо, по-моему. Я вижу, сообщение приходит. Это банька снаружи. О, муж разбирает подушки. Давайте пойдем ему поможем. В общем, здесь мы сегодня ночуем. Вот сейчас не знаю, что будем пить, чай или пиво. Так, Кристина в душе. Я вам покажу душевую и туалет там наверху сейчас. Сама сейчас тоже пойду. Там два душа. Может, что занято. Пойдем посмотрим. Уж совсем вечер. 9. Надо еще пивка попить. Чаю. Кристина говорит, давайте чай. Будем, давайте. Дом здесь полностью занят. Здесь все по два человека, поэтому... Завтрак здесь будет завтра. Какой красивый бревенчатый дом. Красивый такой. Здесь перила, смотрите, какая сетка. Номера. Номер никак не показать, все занято. Холл такой. Там еще номера. И вот здесь душевые. Ну-ка, покажи-ка мне, не раздевайся. Ты где? Ты тут? Так, здесь просто туалет. Туалет. Где свет-то, не понимаю. Вот. Туалет. Все в дереве. В дереве, а туалет со смыхом. Такие грубые, красивые доски. Здорово. Так. Здесь два туалета и два душа. Второй тоже свободен. Можно прийти сейчас помыться. Так, а тут еще одна душевая. Сейчас сюда я приду. Как мне нравится вот этот парк моя, как это, бревенчатый домик. В общем, здесь все есть для мытья, и здесь массажные вот эти кабинки. Мы сейчас с Кристиной разбирались. В общем, чтобы это оттуда и отсюда все лилось. И массажный такой, ну, в общем, вот так. Очень приветливая хозяйка. И все здесь красиво. Как, знаете, избушка в сказке. 9 вечера уже. Пол-9 завтрак, а нам как раз надо, нам в 8:30 рано, нам часов в 9 позавтракать и
ехать дальше. Намылась. Все намылись, вас еще. Сейчас немножечко поотдыхаем и будем ложиться. Завтра завтрак и дальше. А куда расскажу? На втором этаже. Доброе утро, мои хорошие. Тери омникус вам всем с побережья озера Вурцьяр из Лиунаэсти, с Южной Эстонии. Мы сегодня проснулись, поспали, в общем, неплохо. Так было тихо. Здесь очень-очень тихо. Сейчас уже сходили все в душ и пойдем завтракать. Погода так себе. Вы знаете, что какой здесь огромный минус? Здесь комары. То, чего на даче нету совершенно. Комары и слепни. Ну, слепни у нас там на озере еще, ладно. А здесь прямо на территории. И в доме пищал комар. Комары. Вышла снимать, я уже только вот хожу, как это, убиваю комаров. А сейчас идемте с вами на завтрак. Я покажу вам, какой здесь завтрак. Сама понятия не имею, что здесь и как. Вот, кушать идем. Кофе пить. Очень хочется кофе. Тарамникост. Кушать здесь. Завтрак здесь. Все накрыто. Так, что у нас здесь? И какие красивые тарелочки, смотрите. Значит, как это я называю, сухой корм. Здесь у нас вермишель с мясом, кашка, сосиски, варенье, каша, творог зернистый, всякие фрукты, овощи, огурчики, еще здесь что-то такое, как будто сырная намазка, рыбка, разные ветчинки. Хлебушек и кофе, всякие разные, здесь масло и чай-кофе. Чай-кофе, сок, йогурт, тоже все есть. Я так тихо, да, сами понимаете, не начну здесь горланить. Но вот это кружечки для кофе. Кофе и чай. Людей довольно много, так что мы с вами будем кушать. Давайте. Очень даже было вкусно, но не было ничего такого сладкого. Кристина хочет там блинчики, что-нибудь такое, сырочки, йогурт, этого ничего не было. Так, ну, хорошо покушали, и теперь мы с вами поедем дальше. Смотрите, вышло солнышко. Какие шишки на елке, на серебристой. А птицы поют. Людей, кстати, много. Слышу латышей. Как-то больше так никого. Друзья мои, мы с вами отправляемся на дни открытых хуторов в Эстонии. Сегодня мы посетим с вами разные хутора. Во всяком случае, у нас такие планы, что выйдет, я не знаю. Знаете, я могу зайти в один, в котором какие-нибудь хорошенькие кролики, какие-нибудь лохматенькие птички, и все, я назависла. Мужу говорю, что ты меня, пожалуйста, контролируй со временем, потому что я бесконтрольна, когда я вижу кроликов, каких-нибудь пушистиков, каких-нибудь пони, телят и так далее. Как обустройство эстонского хутора, устройство, как это работают доильные аппараты. Сценарий не выучила. А как работает вот эстонская деревня? Вот эти вот все хуторское хозяйство, вот как нас кормят, поят, выращивают овощи, фрукты, ягоды и так далее. Вот обо всем об этом, а в сегодняшнем видео. А муж так смотрит мне в глаза, что я не могу, я теряюсь, краснею. Забыла сценарий вообще. Мы выезжаем из нашего домика и едем на первый хутор. Про кровати, про нары. Это называется нары. То, что это нары, это еще мне мама придумала. Да, это были нары. Мы спали на нарах, это очень сладко. В камере предварительного заключения. Да. Как это сокращенно? Камера. КПЗ. Потом Вася еще сказал СИЗО. Но СИЗО это, по-моему, хуже, чем КПЗ. СИЗО это следственный, изолятор. Изолятор. Сначала, наверное, идет СИЗО, потом КПЗ. Да. Какая... Как... Так, все, мы что-то не об этом.
Кто был, расскажите, как правильно, кто сначала. Так, все. У нас солнце, у нас погода, и мы отправляемся. Кристина, хочешь на хутора? Кристина недовольна завтраком, потому что там не было ничего. А я вам уже сказала, кажется. Опять сценарий потеряла, не знаю, была там вторая строчка, я говорила или нет. Не было блинов, не было ничего сладкого, йогуртов, сырочков. Так, все. Вот один из хуторов в Эстонии, просто в который можно зайти. Тире-тире. Тоже, смотрите, яйца по 3 евро. 10 штук перепелиные, 6 штук 50, 12 евро 100 штук. Это очень быстро растут мясные сорта. Эти тоже двухмесячные, но они не растут так быстро. Тоже мясные. Как можно их есть? А там насест.